я сфотографировал холодильник, две верхние, эти самые. Продолжаем тему. Бодро получилось. Получится ли у вас? Вот Golden Железова. Плоды видели? До 500 грамм. Видели, да? Сварог. Огромные деревья. Кто его опылил? Если рядом нарядный Ефимова, вы получите сразу новый сорт. Допустим, если семечко вырастет. Сколько ждать? 6-8 лет. Брать не буду, примерно. Так же. Допустим. Что тут еще интересно? Северный синап. Помните, в руках у Тимошки северный синап. Скромно. Лежит до Нового года, потом до весны, до следующего рая дальше лежит. Вот это я понимаю, лёжкость. Вот. Что тут еще у меня? Ну, тут много чего, просто читается плохо. Просто плохо читается. Я хотел Антоновка, который меня спрашивает, я сказал, нету. Кто-то не выкупил, есть Антоновка даже. Вот. Много чего интересного. Есть и эти самые, и колновидные. До сих пор ни одной семечки не купили. А кто сказал, что это самое? У него вообще нет будущего. Будущего нет у тех колон, которые привиты. Вот примерно так же. Вот это вот клоновая вишня. Она дает корни. И точно такие же палки втыкают. Так называемая подвойная форма. И такие же корни. Потом, если не упало от ветра, их подвязывают, естественно. А вот 40 опрыскиваний, естественно. А как же иначе? Они же, это же больное существо. А вы вырастите семечко. Так. А потом видно будет. Вот, пожалуйста, я вам это подсовываю. Тут много чего. Плохо читается. Тут есть груши, да какие сладчайшие. Тут есть яблони, тут есть эти сливы, вишни. Все это в виде семян. После того, когда я вам показал фотографию, где как бы выставился Боднера, у вас появился шанс. У этих нет, у этих не появился шанс. Перемещение южных сортов в среднюю полосу результатов не дал. И не даст. Вот оно все. Они сразу, вот раз так, увольняйте чертовой матери, дайте другим прийти. Там рядом с вами Мезинов Олег, который чистый мой этот самый. Ученик 100%. Вы ваш этот, ваш Брянский этот институт, вы возьмите, а то он тут же скажет, убрать, выпилить, перекопать, вот, по-новому посадить, сейчас я Железову звоню, в это самое, значит, все этот самый, все деньги, которые в бюджете, половину, естественно, выгоняем, потому что все это работа, вы знаете, сколько ухода за этими садами. Хоть назовите его ученым, а можно назвать его промышленным. Это ужас. И весь этот уход предполагает калечить почву, делать искусственный штамп, калечить. Так. А плюс еще техника. Начинаем трактор, без этого уже никуда. Потом начинаются эти ядохимикаты, никуда. Средства защиты, как у космонавта, никуда без них. Вот. Оставляем. То есть бюджет не просим увеличить, это говорит, допустим, Олег Олегович Мезинов, будущий директор. Пусть он шофер-дальнобойщик, но только он и может там навести порядок, потому что он ближе всех. Он видел и писал мне письмо, какой это ужас, их саженцы. Это не саженцы, это, как он их обозвал, там, по-моему, чуть ли не матерные слова. Вот это есть, он-то уже отличает. Что такое нормальный саженец от вот этих. А они-то этим живут. Они даже не знают, что они творят. Вот повод уволить. Все погибло, чертова матери. Так давайте уходите, дайте место другим. Шофер-дальнобойщик быстро это самое научит вас работать. Уж поверьте. Я помните, бухгалтер Ковпак, который стал дважды героем, генерал-лейтенантом и командовал армией. Там сотни тысяч человек. А? Вот такие нам сейчас нужны. Так. Про это я уже показал специально. Их сайт, чтобы вы сказали, что я тут что-нибудь преувеличиваю. Нет, все так есть. Вот. И шанс вам дал, ребята.